Оружие нового поколения исправно уничтожает российских оккупантов в Украине уже несколько недель. Но сегодня речь пойдет не о пресловутых химарсах, да и вообще не об орудиях. Дело в том, что на вооружении ВСУ появились снаряды с точностью попадания 99,9%. Вот уж поистине оружие судного для расистов дня. Над позициями войск захватчиков происходит хлопок, согласно российскому новоязу, а затем зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1» разлетается вдребезги. Это первое в истории видео военного применения новейшего самонаводящегося снаряда «Смарт-155». Боеприпас действительно уникальный. Разработан под натовские арт-установки 155-го калибра. Внутри он имеет инфракрасные датчики, самостоятельную радиолокационную систему и два отдельных заряда, которые в нужный момент отделяются от снаряда и самостоятельно поражают цель. Они определяют, сканируют этот участок местности, куда был выстрелен первоначально снаряд, вот, обнаруживают цель. Вот, и наносит по ней удар гиперзвуковым ударным элементом. Они на парашютах опускаются, вот, и сканируют местность. Вот, и после того, как обнаружили, бьют этим вот, ударным элементом по цели. То есть вся работа наводчика – просто ввести координаты цели. Дальше снаряд все сделает сам. Предназначен он для уничтожения любой бронетехники. Пробивает даже 10-сантиметровую броню. Причем на внутренней микросхеме прописаны все варианты целей. Условно, снаряд способен отличить танк от БТР или САУ. И если задача стояла уничтожить именно танк, то боевая часть полетит именно в него. И вот на днях Украина получила целую партию таких снарядов от Германии и Нидерландов. Количество, естественно, не раскрывают, но, судя по комментариям Генштаба, припасы получены в достаточном количестве. «Смарт-155» рассчитан на стрельбу до 30 километров. Скорость полета свыше 18 тысяч километров в час. То есть до цели на максимальной дальности лететь будет всего 6 секунд. А количество интегрированных датчиков позволяет использовать его при любой погоде, в любое время суток. И что крайне важно, ни одна из возможных маскировок не поможет скрыть технику от всевидящего ока этого снаряда. Такая, как бы скажем, их суперсовременная система защиты бронеобъектов, «Арена-М» называется. Вот. Но она не срабатывает, не способна бороться с этими боеприпасами. Так что Украина пошла характерным для себя путем. Не количеством, а качеством. В итоге на расстоянии до 30 километров от позиции украинских артиллеристов снарядами «Смарт» наши могут зачистить любую цель. А точность стрельбы не оставляет никаких шансов для врага. Путин все еще убежден, что операция идет по его плану. В таком случае российский диктатор окончательно рехнулся.